Наезд на посетителей пиццерии во французском городе Сет-Сор не считают терактом. Об этом заявили в прокуратуре. Инцидент произошел вечером в понедельник в небольшом городке, который находится в 65 километрах к востоку от Парижа. Мужчина на автомобиле протаранил летнюю террасу пиццерии. В это время на ней было много посетителей. Что касается расследования, я исключаю версию теракта. Человек за рулем BMW намеренно въехал в пиццерию, где было несколько посетителей. В результате наезда погибла девочка. Еще несколько человек серьезно пострадали. К сожалению, пострадавших 14. 12-летняя девочка погибла. 5 жертв находятся в критическом состоянии, включая 3-летнего мальчика, которого на вертолете доставили в больницу Никер. 8 жертв с незначительными травмами. Их тоже госпитализировали. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, за рулем был 32-летний житель соседнего городка. Предполагается, что таким образом он пытался совершить самоубийство. Сам он не погиб и был арестован.